преддверии Дня России губернатор Ульяновской области вручил награды истинным патриотам. Традиционно церемония состоялась в торжественном Карамзинском зале правительства. Медалей и благодарственных писем удостоились 35 человек. Выдающиеся профессионалы различных отраслей – от средств массовой информации до культуры и промышленности. Многодетные семьи также отмечены на высоком уровне. Каждый из вас добился выдающихся успехов в своей профессии. Отличился при выполнении служебных обязанностей и гражданского долга. Внес и продолжает вносить достойный вклад в развитие региона и всей России. Я выражаю вам глубокую искреннюю благодарность за труд, за упорство, за талант и волю, за пример, который вы подаете окружающим, и прежде всего нашей молодежи. За большие заслуги в укреплении института семьи медали ордена «Родительская слава» отмечены родители пятерых детей Владимир и Марина Богатские. В семье у нас всего пятеро детей. То есть старшие дети уже 29 лет, 26 лет, затем 20, 13 будет вот в июне 7 числа и 9 лет. Мы спортивная семья, в общем-то. То есть когда-то стояли в многодетном счастье. Есть такой у нас организация в Ульяновской области, в Завуже, если вы знаете. Вот. И очень детишки сплоченно там развивались, дружили с другими ребятами, которые из многодетных семей. Поэтому, наверное, решились на последующих детей. Алексей Русских вручил 16 государственных наград Российской Федерации. Губернатор поздравил собравшихся и в их лице всех жителей Ульяновской области с Днем России. Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Управда ТВ.